Сегодня хотела я показать вам чудесные яблочки, которые вчера привезла бабушка с дачи. Так, сегодня какое число? Сегодня 10 октября. Вы представляете? Яблоки, ну я не знаю, на вкус это вот просто вот кисло-сладкие. Посмотрите, какой они формы. Они не круглые, они плоские. Видите? Плоские какие яблочки. Большие, да? Но самое главное, мы не знаем их название. Когда мы покупали дачу вот 3 года назад у бабушки у одной, она сказала, что это вроде бы мельба. Но, посмотрев в интернете, я что-то... У меня сомнения, потому что они плоские. Вот такие, видите, как тарелка. А там... Вот здесь немножко... А там они... Вот такие вот они круглые. Поэтому я вот к вам обращаюсь, дорогие мои. Может быть, кто-то подскажет, что это за сорт у нас такой интересный. Ой, ну какие они вкусные, кисло-сладкие. И они все-таки средние, они не осенние. Потому что они начали спеть очень давно. У нас на дереве где-то уже, мы уже их ели в начале, а нет, не в начале, а где-то в середине августа мы их кушали уже. Но так как мы долго не были на даче, бабушка вчера приехала, а они все на полу. Ну вот они еще не как вата, но они такие сочные прям, вкусные. Пожалуйста, если кто-то знает, если узнал свои яблочки с сада, скажите название нам точное. Вот посмотрите, ну какие они хорошенькие. Видите, какие? Вкусные. Цвет такой красивый, насыщенный. Но это они уже полностью прям созрели. А мы их кушали, они висели на дереве, даже зеленоватые такие. Очень сочные, вкусные, сладкие такие, прелесть. Так что... Будьте добры, скажите, кто знает, что это за сорт яблок? Вот видите, какие форма какая. Ну, это все. Спасибо за внимание. Ну вот, вот такие яблочки в разрезе. Сыну принесла покушать. Вот они беленькие. Не желтые.